Хоккейный клуб «Рязань», по словам тренеров, завершает предсезонную подготовку. В августе команда провела серию контрольных и товарищеских матчей. И что приятно, рязанские хоккеисты чаще одерживали верх. Надо сказать, что в июне у команды сменился наставник. Главным тренером хоккейного клуба «Рязань» стал Вячеслав Викторович Уваев. Сам Вячеслав Уваев – воспитанник московского «Спартака». Играл на позиции защитника во многих клубах, в том числе и иностранных. Из тренерских достижений пока можно назвать участие в финале Кубка Харламова молодежной хоккейной лиги с командой «Красная армия», которую он возглавлял в 2011 и 2012 годах. Контракт с хоккейным клубом «Рязань» подписан сроком на один год. Не хотелось бы, да, оглядываться на прошлые сезоны. Я думаю, что мы ставим для себя, да, задачу за то, что мы будем биться в плей-офф. Понятно, что и руководство, я думаю, поставит перед нами те же задачи, потому что, ну, вы сами понимаете, да, в спорте мы скажем, что мы в большом спорте, да, потому что профессиональный спорт, естественно, что без задач, которые ставишь перед собой, которые ставят перед тобой, невозможно. В тренерский штаб Уваева войдут и рязанские специалисты, работавшие с командой и в прошлом году. А это Олег Курин и Олег Барсуков. Сейчас команда готовится к турниру в Воронеже, а уже 9 сентября наши проведут свой первый матч, причем на выезде в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги против подмосковного «Динамо» из Балашихи.